Нашу девочку вчера судили, два судья из Узбекистана. Какой? Стоп, подождите, дайте главное, дайте сюда судьи, вы не нервничайте.
нервничаете, сами не сидите. Начинаете видать ситуацию. Значит, оценка, там вопрос, технические действия. Оценки вам сказали. Первый ударный техник, раз, вы сказали. Корпус, бам, бам. Потом синего тоже. Водитель присоединился. Дальше. Прошло техническое действие, бросок. Да, вы его не оценили, потому что дальше пошло действие, оказалось, не успели. Ваша оценка какая? Сейчас вам. Вы удовлетворяете по оценкам? Да, да, да. Ваша оценка какая? Покажите. Я еще раз говорю, я с одной стороны, был со стороны. Продолжаем. 9-6. Судьи, покажите последние оценки. Еще раз покажите последние оценки. Стоп, начнем с красного. Протест удовлетворен. Вы не имеете права больше подавать протест. Бросок стойки на бедро. Один балл по сфере судьи будет. Продолжаем. Оценка 6-9. Свисток. Технические действия после снижения. Равные возможности. Если они сейчас запускаются, тогда значит это. Судя, покажите последние технические оценки. Бросок, один спортсмен с красным поясом, стоп. Спортсмену с красным поясом отмечается замечание за вмешательство в секундантную работу судьи. Спортсмену с синим поясом отмечается замечание за вмешательство в работу судьи. Следующий будет предупреждение, так что будьте, пожалуйста, продолжаем. Подвинулся! Подвинулся!
Итак, в этом упорном поединке со счетом 8-10 победу одержал и стал чемпионом весовой категории 75 килограмм Лазырин